Привет, с вами снова я, Лиза, и сегодня я снимаю для вас влог. Наконец, новый влог, спустя много лет. Последний влог был 5 декабря, который я как раз-таки сейчас буду делать к нему обложку и выкладывать его. Да, я такая пунктуальная, господи. В общем-то, сегодня много дел, и поэтому я решила заснять для вас влог, показать вам мой сегодняшний день. Сегодня у нас 29 января, и у меня больничный, поэтому я сижу дома. Написать сочинение по 8-му варианту вот такой книжки, которую мы купили в классе, 7 классов. Это школьная ДЗ. Я в школу не хожу, но напишу, потому что, мало ли, на следующей неделе я пришла, она скажет, а где твое сочинение? Мой класс не умеет еще писать полное сочинение. Вот, и поэтому мне нужно написать только проблему, 2 комментария. Но я уже, слава богу, умею писать полное сочинение, и... Кстати, я очень рада, я хочу поделиться с вами этой радостью. Последнее сочинение у меня было написано на 21 балл. Если кто не знает, самое большое количество баллов, которое можно получить за сочинение, это 24. Я очень этому рада, потому что, не знаю, балдеж. Вот. И сейчас я буду писать проблему и 2 комментария. Это очень легко сделать, поэтому я это быстро напишу и все. Составила список дел, потому что в голове у меня была каша, и я знала то, что мне нужно делать много, но и не представляла, что именно, потому что вот так вот в голове куча все дела смешались, и непонятно было, что зачем. Вот, я составила список, сейчас буду его выполнять, и смотрю параллельно девушку из Кореи, и я еще, у меня вышла Сабрина. А это значит, что ее я буду сегодня смотреть. Наконец-то, господи, я так ждала этот сериал, боже. У меня теперь есть мотивация, чтобы выполнить все дела намного быстрее и смотреть Сабрину. Да, так что погнали. Всем доброе утро! Сегодня у нас 14 февраля. Сейчас без 10:08, но я решила не пойти на первый урок, я решила пойти ко второму. Вот, и что-нибудь поснимаю вам в школе, потому что вы писали комментарии, что хотите больше кадров из школы. Вот, поснимаю вам в школе. И, в общем-то, да, приятного просмотра. Сегодня очень много дел, которые вы будете делать со мной. Я собралась в школу. Смотрите, я с этой, короче, у меня платье же длинное, и оно вылазит из-под куртки. Я выгляжу как торгашка, либо не знаю, как цыганка какая-то, не в обиду им, конечно, но... Фу. А еще шапки зло, потому что вот я стопудово, я сниму шапку в школе, и все, и не будет нормально притчи. И все, я буду лохматая, как не знаю кто. Еще я уже тупо который день подряд и забываю сменку. И тупо возвращаюсь домой каждый раз. Но слава богу, сегодня мне хватило мозгов, чтобы не забыть ее. И мне не придется возвращаться. Какая ужасная погода. Вообще, у меня такая проблема, то что я очень стесняюсь снимать для вас на улице, но я решила бороться с этой проблемкой и выходить из своей зоны комфорта и разговаривать с вами так на камеру, чтобы все думали, что я придурочная какая-то, но прикольно же.
Это знаете, типа я сейчас вот так вот иду с вами разговариваю, пока людей на улице нету. А потом, когда они пойдут на место, я не буду это снимать, потому что мне стрёмно. 8:42. Две минуты, как закончился урок, и заток идет. Надежда 11 класса. Просто на биологию пришли, походу, все, кроме меня. Либо они пришли раньше на второй урок. Наверное, там написано еще более важное и страшное. Что там написано? Не могу. Секрет. Миша. Управляем электронные. Потому что так не делается, мы делаем. Классно. Смотри, здесь. Это важное задание, а он не говорит, какое. На крен. Но для этого нужно знать, как устроено. Находится зона лучистого переноса энергии. И она распространяется излучением и поглощением квантов. Тысяч лет. Выше идет область, которая называется конвектив. Всем привет. У нас сейчас физра, на которую я не иду. Я ни разу не была на физре в этой части. И не только в этой. Что вы можете сказать по поводу сегодняшнего 14 февраля, ваши впечатления? А мне вообще все равно. На самом деле все равно это праздник, потому что пар у нас нет, это особо не праздник, да. Вот, знаете историю этого праздника? Как вы относитесь к тому, что на вашем счету ноль валентинок? Вообще, вот абсолютно нормально. Типа, нет и нет, окей. Выросли просто выросли. Очки. Не мочали. Очки. Почти. Очки. Кочки. Очки. Очки. О. О. Ко. О. 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 Очки. Очки. О. Очкастая. Очкастая. Стоя. Да. Очкастая? Горилла. 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 Кстати, как она понимает? Что говорила? Любит апельсин. Любит. Любит. Апельсин. 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 Апельсины. Короче, наконец-то иду домой. У нас с последним уроком была химия. И я так сильно засыпала на ней. Я просто сижу, меня очень сильно вырубает. Еще меня бесит мой портфель, который постоянно спадает у меня с плеча, я хожу каждую секунду, его поправляю. Впрочем, я когда много жду, с вами сижу. Вы просто посмотрите на это. Это вот по всему моему поселку такая херня. За что? Я наконец-то дома. Сейчас буду отдыхать, ну, немного, потому что у меня сегодня репетитор по английскому. И к нему еще нужно подготовиться, поэтому, да, сейчас пока кушаю, отдыхаю, там, тоси-боси, и буду садиться за английский. Еще, как вы могли заметить, у нас появилось солнышко, и все начало таять, и вообще все ужасно по погоде, в плане, ну, типа, солнце это, конечно, классно, но все тает, и все течет, и реки, озера у нас появились, в общем-то, это не круто, это не круто, это не класс. А еще я вчера убрала, ну, обрезала ногти. Вот, и теперь они такие коротышки. Мне так неудобно с ними, в плане, я не попадаю на клавиатуру, и это так бесит. У меня отвалилась гирлянда вот тут. Она была, вот, скотч видно. Вот, и вот это тоже отвалилось вот отсюда. Они бесят, они постоянно отваливаются. Мне уже, я не знаю, на какой скотч их надо вешать, чтобы они не отваливались. Еще там гирлянда тоже у другого рабочего стола тоже отвалилась. В общем, я пришла с английского. Я извиняюсь, что я ничего не снимала вам до, потому что я забыла. Я просто делала домашку по английскому, мне нужно было ускориться в работе, и я вообще забыла совсем про влог. Вот, так что да, я продолжаю вам снимать сейчас так. И сейчас я, наверное, буду делать усную часть.
по-английскому. Вот. Потому что у меня много долгов, которые нужно сдать. Вообще, вот мои дела на сегодня. Большинство я сделала. В принципе, по сути, мне осталось не так много. Мне осталось каких-то 4 главы пересказа, устной части, хотя бы 3 сегодня, и конспекты по истории, всего лишь-то.